Потом, собственно, мы повырезаем. Йоу-йоу-йоу, такая тема. Ты, по-моему, не помещаешься. Сейчас я помещаюсь. Да, ты когда сел, может быть. Как ты понять? Как понять? Вот ты встал, вот, видишь? Вот, вот сядьте. Не, когда сел, да, ты когда да. стоял, не помещался, наверное. А, да, не как пойдет. Такая тема. Вот у нас Леня. Он такой пришел, говорит, а давай трек запишем. Да? Давайте да. трек запишем. В общем, он мне говорит, сэмпл такой закинул. Вот сейчас мы его громко включать не будем. Почему мы же как Скарлар были? Ну, по как минимум, тогда надо окна закрыть. Вот, такой сэмпл. Идеально, 130-й битрейт. Вот, кто знает, кто не знает, тот не знает. Как это делается? Берем, находим сначала кик, да? Кик. Snares. Да, да, наверное, будет звучать так. Вот так будет. Дальше можно так это сделать стандартно. Так. Эй! 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 О, вот, отлично. Дальше. Дальше есть такая тема, называется как правильно. Можно символ взять, хит-хаты всякие. Идут вот так. Вот это да. Или так. Эй, эй. Сейчас мы. Да тихо ты. Что-то интересное. А теперь все вместе. А я же ее не поставил. Блин, ну взял меня, обломал. Ты че, елки-палки. А теперь все вместе. Давай. Дубль два. Эй, Илюша, дис, записываем тебе. Можно. Идеально просто, все, мы пишем. Идеально, да? Да? Я читаю рэп, эй, я читаю рэп. Хорошо. Такой припев у тебя здесь будет, короче, я осуждаю. Илья, я осуждаю. И я рэп тебе читаю. Твою душу разрушаю. Отлично. Потом так. Давай.
А вы спрашиваете, куда я отхожу? Там и тут рядом. Так, в общем, пошло. Вот здесь он ты почитал, все зачитал, припев пропел. И что? Ну, нам же надо короткий, да? Да, короткий. И здесь ты заходишь, что-то там читаешь, что-то там, ты-то прочитай, эй, здесь разберемся мы еще. Эй, начало же лучше так, правильно? Эй. Здесь мы что-нибудь зачитаем и, может, прочитаем, поприветствуем, узнаем и еще, может, что-то знаем, эй! Все, давай, приступаем к тексту. Там может с конца начать. У тебя блокнот есть, да? Гудец. Я не знаю, какой хочешь. Я хочу Disney Илюшу. Disney Илюшу, пожалуйста, сейчас мы запишем. Мы не читаем здесь про еду. Лучше будем хейтить мы Илью. Эй, мы не читаем здесь про еду. Это же припев. Надо что-то как хейти мы Илью. Опа, пожалуйста. Давай. Эй, хейти мы Илью. Ага, хейти мы Илью. Let's go. Хейти мы Илью. Дис на Илью. Все, записали.